Salam, əziz uşaqlar. Dərsimizin ikinci hissəsində biz ümumi tarixin 6-cı sinif dərslindəki növbəti başlıqlara müqayirət edərik. Əgər siz 1-ci dərsi nəzərdən qaçırmısansa, buyurun, baxa bilərsiniz. Как вы успели заметить из прошлого первого урока, Исходя из комментариев адептов науки, преподнесенной вам Алиевым, не было ни одного опровержения и антидовода на то, что я сказал и предоставил в прошлый раз. Взамен только оскорбление и попытка уйти от темы. Но самый смешной комментарий был, это когда я отправлял зрителя к работам Геродота, а мне в ответ написали «Это ерунда, что там Геродот, послушайте лучше экозианца. То есть э, некоторые взрослые в Азербайджане настолько зомбированы тем, что им подают, э, что и сами не ведают, что говорят и пишут. Вот э, чтобы вы, ребята, не были такими, как эти самые взрослые, э, выросли умными людьми, я и раскрываю вместе с вами всю эту фальшь что пишут в ваших учебниках. Ведь придет время, вы, возможно, уедете учиться в вузы России, Европы, Америки и столкнетесь с противоположными вещами, не теми, чем вас пичкали политизированные авторы ваших учебников. Итак, начнем урок. И, как обычно, проверяйте, сверяйте все, что я говорю. Не дайте себя обмануть ни вашим учителям, ни мне. Факты и только факты. Начнем. Третья глава учебника ⁇ Всемирная история за шестой класс ⁇ называется ⁇ Древние тюрки, древний Китай и Индия ⁇ Как и прежде, мы будем останавливаться только в тех местах, где подвох. Вообще, замечу, что Азербайджан более трепетно относится к истории тюрок в совокупности, чем к своей собственной азербайджанской. И вполне ясное дело, почему это так получается. Потому что так легче удревнять себя, а каких-то тюркских личностей, не имеющих отношения конкретно к азербайджанскому народу, подавать в качестве своих собственных. Это все равно, что если бы русские выдавали серба Николу Теслу за русского ученого только потому, что тот был славянином. А молдаване назвали бы португальского мореплавателя, мореплавателя Васко да Гаму молдаванином, потому что, дескать, португальский язык и молдавский роднит романская группа языков. Впрочем, не будем отходить от темы, читаем. Территория расселения тюрков простирается от просторов Сибири на севере до Гималайских гор на юге, от Хинганских гор на востоке до Каспийского моря и Уральских гор на западе. Эти земли назывались Великим Туркестаном. Сначала хочу обратить внимание на русский язык и неграмотную подачу материала. Идет тавтология, простирается от просторов. Так сказать, масло масляное. Далее сначала автор пишет о настоящем времени, простирается, словно территория и нынче так простирается. А в конце столбца уже написано в прошедшем времени назывались Великим Туркестаном. Так простирается или простиралась? Разница огромна между «был» и «есть». Да и сама карта сам издатовская. Территория Туркестана не доходила до Гималаев. Никогда. Вот вам карта территории Гималаев. Да и вообще, в тексте написано одно, а карта представлена другая. В тексте до Каспийского моря. А на карте уже и за Каспийским морем показано. А почему? Да потому что нынче Азербайджанская республика за Каспийским морем, за пределами той обширной территории, что называлось Туркестаном. И вот вам подлинная карта Туркестана. Обратите внимание, он находится не в тех границах, которые вам нарисовали взрослые. Вся территория Туркестана занята теми землями, где нынче расположены Казахстан и Средняя Азия. Сюда тюркские племена и орды попали раньше из Алтая и Сибири. И здесь же был образован тот самый Туркестан. Хотя до расселения в этих краях тюрок большая часть этой территории называлась Тураном, которую тоже вам пытаются преподнести в качестве тюркских территорий. На самом же деле Туран был областью ираноязычных народов. Одна область называлась Иран, светлая, оседлая часть, другая область Туран, темная, кочевая часть. Чем прекрасны древнеписьменные народы? У них все записано, поэтому и гадать не нужно, к примеру, выдающимся памятники персидской культуры и национальном эпосе иранских народов Шахнаме, который написан между X и XI веками, в первом томе в главе Ферейдун повествуется, что у царя Ферейдуна было три сына – Сельм, Тур и Эрадж, которым он разделил иранские земли. Сельму он передал Курдистан, Багдад, другие западные земли. Туру он оставил в наследство Туран. Туда входила современная Средняя Азия с Афганистаном. Ну и старшему сыну Эраджу оставил Иран, центральную часть. Так что до нашествия тюрок все эти земли были землями иранских ариев. И во многих библиотеках мира хранятся средневековые карты, где Иран и Туран представлены в качестве большого Ирана. Можете сравнить эти карты подлинные, настоящие, и это видно невооруженным глазом с той картой, рисованной топорно и грубо, что представлено в вашем учебнике. Разницу несложно заметить. А может, имелось в виду Тартария, которую действительно обозначали на картах Руси всю современную нынешнюю часть России. Если так, то спешу заметить, что Тартария не подразумевалась как страна конкретно тюрок или отдельно татар. Татарами на Руси назвались э, все народы э, с раскосами, глазами, жившие э, к востоку от Руси, от Урала до Дальнего Востока. Да, большинство из них были тюрками. Это, это правда было такое, так как они э, преобладали. Но имелись в виду под Тартарией не только тюрки, но и монголы, и тунгусы, и северные народы ряд других уральских народов как мартва марийцы удмурты и прочие которые тюрками вовсе не являются все кто тараторил скажем так, не по-русски иначе говоря азиаты большого восточного пространства сегодняшней россии. Позже оно укоренилось, это слово, в некоторых других народах, не обзаведшими этнонимами и экзонимами, среди которых казанские татары, астраханские татары, сибирские татары, кавказские татары и так далее. Между материком и островом Сахалин есть татарский пролив. И он так назван не в честь татар конкретно, а в честь населяющих вдоль пролива народа нанайцев. А нанайцы, как известно, тоже далеко не тюрки. Далее вся 13 глава под названием «Икидские государства» на трех страницах речь идет о саках. Ну, саки так саки. Все верно сказано о них. Можно было бы мне пропустить. Но не тут-то было. При внимательном прочтении складывается вывод, что саки – это тюрки, и эскидские государства являются тюркскими. Снова не так. В науке хорошо известно, что саки – это собирательное название группы ираноязычных кочевых и полукочевых племен первого тысячелетия до нашей эры и первых веков нашей эры в античных источниках название восходит к скифскому слову «сака» – «олень». Можно сравнить, например, с осесинским «сак» – «олень». И древними авторами, впрочем, и современными исследователями саки наряду с массагетами считаются восточными ветвями скифских народов. Первоначально саки, видимо, тождественные Авестийским Туром. Помните, я упоминал Шахнаме и Ферейдуна, подарившего туру Туран, и сказал, что это территория современного Казахстана и Средней Азии. Так вот, и карта сама, где обитали ираноязычные саки, скифы. В ахименицких надписях саками называются все скифы. Так что азербайджанский учебник молча в тексте о тюрках и Туркестане великом подложил более ранний период, когда в Туране обитали ираноязычные саки. Но нельзя так. Если авторы не уважают прошлое иранских народов, самих персов, осетин, таджиков, так хоть уважьте тех, кто живет бок о бок с вами, талышей и татов. Вот они прямые наследники Шахнами. И я уверен, что среди ваших одноклассников, хоть и мало, но еще остались ребята талышской и в меньшей степени татской национальности. Ну, далее идут части Гунское государство, древний Китай. Впрочем, здесь придраться не к чему, все шаблонно, как и во всех учебниках мира у ваших сверстников. Вот только в части Древняя Индия, казалось бы, все в порядке, но в конце тоже подвох. Например, в самой главе об Индии ничего толком не говорится о культурно-экономических связях Азербайджана и Древней Индии. Зато в проверочном вопросе для учащихся говорится, Докажите на основе фактов существование культурно-экономических связей Азербайджана со странами Востока. На это, так и хочется сказать, мамой клянусь. А как доказать, если ничего об этом в учебнике не говорится? Даже первопроходцы, направлявшиеся в Индию через ту территорию, что нынче называется Азербайджаном, не замечали в своих заметках азербайджанцев. Во всяком случае, нет у них ничего об азербайджанцах в описании народов, с которыми сталкивались по пути в Индию. К примеру, итальянский путешественник конца 13 века проходил через северо-запад Ирана, сталкивался с персами, армянами, э, лурами, но не сталкивался почему-то с азербайджанцами, хоть и проходил через Табриз. А русский купец 15 века Афанасий Никитин, открывший Руси и Индию, так и вовсе проходил через Баку и Дербент. Но и в его знаменитой книге «Хождение за три моря» тоже не оставил записей об азербайджанцах, но сказал об армянах. Вот поэтому на вопрос «докажите», на основе фактов существования культурно-экономических связей Азербайджана со странами Востока, так и хочется сказать, мамой клянусь. Потому что, чтобы были такие доказательства, нужно самое простое самое элементарное, что в эпоху Марко Поло Афанасия Никитина было само государство Азербайджан или азербайджанский народ как таковой. Но если они не упоминали о них, то спрашивать о более древних, например, у Будды, у Ашоки, у Дарья или, не дай бог, у Кришны о связях с Азербайджаном и вовсе нет смысла. В заключении, как обычно, советую почитать или хотя бы покопаться в той литературе, которую я предоставлял на этом нашем уроке. С вами я прощаюсь до следующей недели, до третьего урока. А взрослым, которые нас тоже смотрят, судя по комментариям, еще раз хочу напомнить о канале Пуэрто Александра Лапшина который просидел долгие месяцы в азербайджанской тюрьме за посещение нагорного Карабаха. Подписывайтесь на его новый канал Пуэрто, где он рассказывает подробности об этом, а также о многом интересном о своих путешествиях, например. Так что рекомендую. До следующей встречи.